Всем привет, это предпродажный обзор стереопар от компании Electronic. Называется она EL-1212N. Едет она в город Москва, получатель у нас Дин Корсов. В комплекте идет подарок два радиомикрофона, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, акустический кабель двухметровый. Давайте вскроем, проверим их, послушаем. Вот сам комплект, два радиомикрофона беспроводные. Работает от двух пальчиков батареек в дистанции до 10 метров. В комплекте идет пульт дистанционного управления, вот акустический кабель, про который говорил, AUX-кабель, двухканальные инструкции на русском языке. Вот так выглядят сами колонки. 4 динамика по 12 дюймов твиттера. Динамики закрыты мелкой металлической решеткой, чтобы нельзя их было испортить. Управление все сверху. Переключение треков, play-pause, переключение режимов. Шестиполосный эквалайзер, SD-разъем под карту памяти. USB-разъем, два проводных микрофона. Итого можно подключить 4 микрофона. Экстра-бас. Добавление глубокого баса. Громкость на микрофон, громкость на колонку. Бас на микрофон, высокий на микрофон, эхо на микрофон и дилей. Ну давайте включим, проверим, послушаем. Хороший мощный бас, подача высоких отличная, динамическая цветомузыка. Давайте проверим комплект на радиомикрофон оранжевый. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Проверим синий радиомикрофон. Раз, 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 два, три, тоже работает. Ссылка на наш сайт будет в описании. Выбирайте себе колонки, комбики. Эти колонки запаковываем, они отлично работают. Отсылаем Дину Корсову в Москву.